сегодня будем делать простые дела. Мы хотим навести порядок. Который раз мы убираем этот берег, пляжную зону от мусора. И не только мы. Очень много волонтеров сюда выходит и других общественных организаций. Как будто бы люди не слышат или как будто бы у людей нет понимания, как правильно вести себя на природе. Возможно. Под каждым кустом здесь можно собрать целый пакет мусора. Я была на таких мероприятиях не раз, и хочу сказать, что с каждым годом тенденция экологичности людей становится лучше. То есть мусора становится меньше, но все же есть такие граждане, которые мусорят и портят окружающую среду. Спасибо, что вы в выходной день нашли время, приобщились к охране окружающей среды. Убрали мусор с общественного пространства. Никого никто не принуждал. Пришли по собственному желанию и убрали мусор. Благотворительный экологический фонд «Цивилизация» был создан в 2018 году, сразу практически после года экологии. Я хочу сказать, что до этого мы тоже занимались, до создания еще этой организации, занимались просветительскими проектами, но как-то все было хаотично и не было какого-то стройности некой, да? И вот когда мы создали фонд, мы поняли, что туда будут уложены различные экологические кейсы, которые уже нами были наработаны и другими общественными организациями, там, опыт которых мы, естественно, учитывали в нашей деятельности. Не бывает времени без изменений, бывает время без участия. И вот если ты можешь вот эту свою сопричастность к чему-то важному в жизни, можешь донести до людей, как можно большего количества людей, ты становишься проводником этих идей, и тогда действительно есть возможность сделать какое-то важное дело в своей жизни с помощью большого количества людей. Люди понимают тебя, люди откликаются. Вообще все, что мы делаем в рамках экологического просвещения населения. Очень важно, чтобы как можно больше людей становилось экологоосознанными, экологоориентированными. Я достаточно давно участвую в экологическом движении, уже много раз убирал мусор в разных местах Нижнего Новгорода. И то, что сегодня вот акции проходят, эко-привыкая, это очень радует, то, что это продолжается. И судя по тому, что мы сегодня вот убирали мусор, мусор становится гораздо меньше. Это очень радует. Потом люди, которые участвуют в этих акциях, они становятся более экологичны, что ли. Они, во-первых, начинают сортировать мусор. Они перестают сами мусорить. Они, возможно, где-то остановят человека, который мусор выбрасывает. Ну и в целом это очень хорошо видно по Нижнему Новгороду. Он сам становится очень красивый город сам по себе. И мусор становится везде меньше. Одним из проектов благотворительного экологического фонда «Цивилизация» стал проект «Эко-привыкай». Ежегодно мы выходим на берега, сначала мы их очищаем, потом мы смотрим, какова же вода в реке с помощью специального анализатора. И уже после того, как проведем некий мастер-класс о том, как же провести собственный анализ этой воды, сделать некий срез, а какая в Волге вода, чистая, грязная или там загрязненная, может вообще, может действительно уже пить воду. В данном случае у нас показатели pH. Ну, наверное, ближе к голубому цвету идет, что соответствует восьмерке. Данный показатель также в норме. По большому счету у нас все показатели, которые мы проверили по органике, соответствуют нормативам. Рыбу вполне можно выпускать. Кульминацией нашего мероприятия всегда является выпуск молоди, стерляди в реку. Место исконное, традиционное обитание этой прекрасной рыбы. И, конечно, это такое очень важное мероприятие именно для просвещения детей. Это на всю жизнь запомнится, вот их участие в этом трогательном действии, когда они своими руками выпускают, ну практически своими руками выпускают в реку эту прекрасную рыбу. Друзья, мы сегодня выпускаем рыбу породы стерлядь. Она от 5 до 10 грамм на вес, то есть она инкубировалась из черной икры буквально 2 месяца назад. Мы сейчас перегрузим ее в ведра и с вашей помощью сейчас выпустим. Есть только просьба такая, подальше от берега, потому что волной этого малька выкидывает обратно, малек очень слабый. Будем надеяться, что с вашей помощью мы восстановим популяцию стерляди в нашем регионе. Сейчас она отправится в свое исконное место обитания, в реку Волгу.
потом сейчас мы снова идем к машине, чтобы взять еще несколько ведер. Выращивание мальков – это очень кропотливый труд. Те люди, которые этим занимаются, большой сердечный прям поклон. У нас происходит исчезновение в реке данного вида рыбы. Это стерлядь. Только через 8 лет может дать потомство. Каждый из нас должен быть в ответе за то, что мы оставим после себя. А если уж касается вопроса экологии, то тут, по-моему, мы все в одной лодке, из которой по отдельности никому не удастся выбраться. Поэтому нам нужно просто, ну, всем вместе быть экологически осознанными. Это самая главная задача, которую мы перед собой ставим, проводя наши экологические просветительские мероприятия.